Итак, смотрите, упражнение. Давай. Давай. Берем гирю, встаем в позу, которая у меня в бытность занятия карате называлась кибодачу. Движение в кибодачу. Это кибодача, да. А некоторые называют эту позу, как зайти на телеканал, чтобы устроиться. Ну, я заходил так, поэтому я не знаю. Времена, Макс, это были другие времена. Были совсем. Я вообще вот так заходил, а сейчас уже все. Я заходила вот так. Встаем так. Ты со стороны выглядишь, когда у тебя сейчас сзади хвостик такой, как человек, который собрался отобрать работу у Тарзана. У него работа не в этом хвостике. У меня есть один маленький секретик, советик. И дальше вот делаем следующее. Раскачиваем ее. Да. И вот на этом месте ловим другой рукой. У нас есть вазы. Да. При этом основное, ну, спину, понятно, поясницу держим прямой. Ага. А основное, это еще упражнение на ноги, потому что ты как бы посылаешь бедрами эту гирю. Эй! О! Опа! Опа! Потом еще одно эффективное упражнение. Давай. И я реально его делаю со шваброй. Так, швабра. Сейчас одну, я не знаю, где у нас дома швабры, побежал главный тренер, швабра, и смотался оттуда. У нас двухсистемные. Давай, Макс. Значит, что мы делаем? Руки прямые, заводим немного за спину. Да. Насколько? Вот так? Нет, Лиса, так только ты можешь. Не, я тоже так могу, но так не надо. Так не надо. Ноги ставим шире плеч. Колени направлены немного по диагонали, влево и вправо, соответственно. И вот так вот, выпрямив спину, приседаем. Ого! Прям совсем до пола, Максим? Да, совсем. Ой, блин! Ой-ой! Это упражнение непростое. Нифига себе непростое. Ну, я так делаю, ну вот, в подходе раз 20. Ну так несколько подходов. И так каждый день? Да я вообще давно это не делал, это я для вас.